Любой танец – это многогранность, эмоциональность, выражение своего «я». Чтобы раскрыть индивидуальность, зарядиться энергией и получить удовольствие от движения, всех желающих без ограничения по возрасту и уровню подготовки приглашают на бесплатные занятия по танцам в парк имени Зернова в рамках акции «Лето в парке в ритме танца». На танцевальной площадке под руководством профессионального педагога-хореографа можно будет выучить основные комбинации, связки, а потом соединить все в единую композицию. В среду мы приглашаем всех на восточный танец, он пройдет в 6 часов, и на цыганский. Не какая-то специальная одежда, обувь не нужна, можно прийти сейчас летом в свободной, удобной одежде, можно переодеться по желанию, там у нас есть раздевалочка. А в четверг у нас будет колоритный индийский танец и современный танец для взрослых под названием «Леди Дэнс». По словам педагога-хореографа Галины Сайгушевой, индийский танец и леди-дэнс направлены на раскрытие женственности, грации. Поэтому эти виды танцев отлично подойдут девушкам и женщинам. Стили будут как раз направлены на раскрытие именно женственности и определенно именно вот женского такого настроения. Индийский танец, он очень колоритный, он привлекает именно тем, что в нем можно показать разнообразную гамму эмоций, чувств, что достаточно сложно сделать в каких-то других жанрах, а индийский танец – это такой своеобразный способ погружения в сказку. Мастер-классы пройдут в среду 3 июля и в четверг 4 июля в 18 и в 19 часов. А в августе для саровчан готовят большой танцевальный марафон, который пройдет также в парке Зернова. На протяжении всего месяца каждый четверг на мастер-классы могут приходить дети и взрослые. Для каждой возрастной группы будут свои занятия. Танцевальный марафон пройдет по разным танцевальным стилям. Это будет и восточный танец, это будут цыганские танцы. Также можно будет познакомиться с миром фламенко, кавказского танца и загадочной Индии. Для детей мастер-классы будут по современному танцу, по народному танцу. Танцевальный марафон завершится концертом в конце августа. В случае плохой погоды занятия не отменяются, так как есть специальный навес. Записаться можно по телефону +7 905 191 77 44. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.